Привет, собак. Привет. Так, ребят, каждый вечер, короче, пропускаем молоко. Вот. Вот, сейчас это обратно выливаем овечкам, чтобы они усиленно у нас питались. Ну, куда его девать? Так, сейчас мы... А, комаров много. Каждый вечер, короче. Так, сейчас. Опа. Людей пока мало. Вот. Молочка не очень хорошо идет. Продавать сильно некуда. Просто делаем сметану. Вот, Елена Степановна там пропускает. Вот. Так. Варили творог. Творог тоже пока что слабовато идет. Сметана идет на хорошо, на отлично сметана идет. Но с ней надо заниматься, короче. Вот так. Собаку отпускаем нашу. Ну вот так вот, ребят. Елена Степановна занимается одним, а я сижу, делаю видосы. Вот так вот. Вот еще полведра у нас тут осталось. Так. Чем мы сейчас выльем где-нибудь? Что-нибудь выльем. Там овечки, наверное, выпили у нас уже. Овечки выпили. Так, мы сейчас заведем у них ванночку заберем. О, мошкары много сколько. Фу, мошкары. Заедают нафиг. Фу. 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 Заедают. Ребят, всем привет. Хочу сделать небольшое вступление такое. Короче, когда держишь значительное количество коров, дойных особенно, не на подсосе, а дойных, возникает вопрос переработки молока, облегчения молока. Ну, к примеру, приходится очень несколько раз в день, по два раза в день пропускать молоко, если оно остается. Вот так. Ну, естественно, возникает вопрос тоже. Для того возникает вопрос облегчения труда. Короче, вот так вот. У нас 4 дойных головы. Вот. Молодые, старые коровы. Ну, там, подростки, так называемые. Все дают разное количество молока. Одни слабые на вымя, другие другая, тугая. Вот, короче, приняли решение покупать доильный аппарат. Вот так вот. Я позвонил некоторым своим знакомым, которые у нас в районе пользуются доильными аппаратами. Вот такого, ну, маленькие частники, которые дуют. Вот. Ну, посоветовались. Они высказали там свои мнения, я услышал их, вот. Ну и что, приняли решение с Еленой Степановной поехать купить доильный аппарат. Вот. Так что это будет первая часть видео, первая часть ролика, как дорога из деревни в город Омск. Ехали мы на машине. Просто коротенькая дорога. К слову, пришлось. Вот ехали, там несколько раз видели
большие посевные комплексы трактора какие-то заграничные ходят, наверное, Джон Диры. Вот. Обрабатывают почву там, сеют, прикатывают катками. Вот. Вторая часть ролика будет, это как мы ходили с Еленой Степановной по базам, сельхозбазам. Посетили мы тогда 3 магазина. Вот. И купили аппарат. Какой? Я потом сниму отдельное видео. Какой аппарат мы купили. Вот. Аппаратом мы уже пользуемся. Вот уже несколько дней начали пользоваться. Так что смотрите, не переключайтесь. И расскажу, почему именно выбор мы сделали. Ну, почему именно такой выбор сделали. Это будет, наверное, во втором или в третьем ролике. Вот так вот. Ну, все. Пишите свои комментарии, какими аппаратами пользуетесь вы. Да, кстати, большое спасибо вам, всем зрителям, кто мне писал, кто советовал, какой аппарат купить, какие аппараты у вас есть. Вот, ну, я все советы читал, прислушивался. Вот так вот. Как говорится, страна советов. А то зайдешь в магазин, а там их просто уйма много. И, а в интернете, сами знаете, там все пишут одно, ну, хвалят там, никто не будет там ругать какую-то технику. Вот, все положительные отзывы. Вот так вот. У нас, кстати, сейчас вот прохладненькая погода наступила уже, как дня два, поэтому я вот сижу в такой, в курточке. Ну вот, смотрите, пишите, комментируйте. Вот так вот. Дорога от деревни Оконева до города Омска. Поехали! Утренняя свежесть. Хотя какая уже свежесть. Друзья, всем привет. Уже не свежесть. Уже начало 8-го. Вот, 7 часов 10 или 15 минут. Сегодня у нас долгая дорога. Поедем в город Омск. Поедем в город Омск. Уже кое-что загрузили. Проведаем нашего сына Дмитрия. Тут картошка лежит. Вот так. Встали, убрались. Овечки дома остались. Телят тоже дома. Не выгнали, только коров выгнали. Все, ложим последние манатки. Здесь молочные продукты. Молочные продукты у нас здесь. Вот. Ну и едем. Воды набрал. С собой попить. Так. Лена Степановна дом сейчас закрывает. Уезжаем. Электричество. Мы сразу розетки все отключаем. Вот. Поедем. На нашем автомобиле. Сегодня было 5 градусов, холодно, блин, утром. Но ничего. 5 градусов. Не минус 5, просто плюс 5. Так. Вот такая у нас погодка. Сегодня хорошая. Смотри, денек солнечный. Обещает 20 градусов. Ну, раз обещают, значит будет. Значит будет. Вот так. Вот так. Ну чё. Садимся в машину. Опа! Садимся в машину. Заводим машину.
ставим пробег. Утром ставим по нулям этот, а здесь 20543 километра. Вон Лена Степановна выходит. Так, переводим все снова по нулям. Так, 0-0-0. Выезжаем с заправки. Посмотрим, сколько мы сегодня будем ехать по нулям. Ну, че, ребята, почти что 8 часов. Без нескольких минут. Без 8 минут, да, кажется. Выезжаем в город Омск. Хороший денек. У нас стоит здесь. Ну что, в добрый путь, друзья, в добрый путь. Местами 120 шел, где-то кое-где дорогу ремонтируют, строят, точнее сказать, асфальт сняли, щебенку засыпали, вот. машины, стоит пост ГИБДД на въезде в Омск. Сейчас заедем сначала к сыну нашему Дмитрию, потом поедем по делам. Зачем именно мы и приехали? Так. Погода хорошая, замечательная погода такая. Вообще классная. Все. Приехали. Приехали в город. Вот общежитие, где сын наш живет в данный момент. Лена Степановна сидит, ждет его. Тут у нас продукты. Где он есть? Вот так, картошку сейчас унесем. Опа! 2 ведра набрал картошки.
хватит. Так, замыкаем машину. Ждем Дмитрия. Где же он у нас есть? Картошку достал? Достал. Елена Степановна с сыном нашим ушла в магазин. Я сижу здесь, вот недалеко от машины. Это, недалеко, говорю, от магнита. Вот, и это. Смотри, сегодня же день пограничника. Так что, ребята, кто есть погранцы, зрители у меня, с днем пограничника вас. Вот так вот. Я лично служил в ракетных войсках стратегического назначения. Так что мой день ракетных войск зимой. Вот так вот. Ездят машины, флаги вставлены. Ну, пограничные флаги такие вот. И вот. Ребята есть. Отмечают вот так вот день пограничника. Это мы. Да, 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 все это. Да. Это снимается. Отдельно. Не сломай. 28. Вот. Веду Елену Степановну в другой магазин. На экскурсию. На экскурсию. Она здесь не была ни разу. Не была? Да. Столько запчастей. Глаза разбегаются. Столько железок. Это ужас. Кузя 27 900. Ну да. Это соски. Да, 4. Сухого, мало есть, потому что нет, ну тоже 5. В принципе, работает много раз. Ну это, да, я смотрел это тут. Даешь. Поршень ходит туда-сюда из бычьей кожи, который там. То есть у него пульсатора нет, сама чаша создает пульсацию. Да. Ну вот это вместо пульсатора тут регулируется. Да, это коллектор молочный. Угу. Понятно. Какие берут? Берут все чаще. Разные.